Туристический сезон еще не закончился, но общая картина уже ясна. Интерес путешественников к Кинешме растет. Глава города отчитался перед губернатором по данной теме. В период навигации к Кинешемскому берегу причалили 74 теплохода. Заход еще 6 запланирован до конца сезона. Круизными компаниями из 25 предлагаемых маршрутов, которые мы разработали, более востребованы 5. Это 3 пешеходных экскурсии по городу и 2 выездные, это в Щелыково и в Палех, это по инициативе водохода. В этом году в Кинешму были организованы и автобусные туры. В 2019 город посетило 200 таких групп. В среднем же турист проводит в Кинешме 2-3 суток. В гостиницах останавливались более 11 тысяч человек. Хотел напомнить, зачем мы вообще занимаемся туризмом, почему мы с вами вместе тогда приняли решение вернуть теплоходы. Мы должны возможность дать создавать рабочие места в Кинешме. Это самая острая тема, самая острая. Почему молодежь уезжает? Работать негде. Должны людям дать возможность самореализации. Туризм – это не панацея, но это одна из таких возможностей. Поэтому здесь важно не столько понравиться, это тоже важно. Самоцель не в этом, это инструмент. Цель, чтобы создавались рабочие места, больше были стоянки, больше денег оставляли жители других регионов, других стран даже, в наш любимый Кинешме. Станислав Воскресенский порекомендовал всем, кто вовлечен в развитие туризма в Кинешме, активнее отслеживать в соцсетях отзывы тех, кто побывал здесь впервые. Также губернатор напомнил, что работы по благоустройству второго по величине города области начинаются в этом году. Более масштабные изменения запланированы на следующий. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Кинешма.